Buonasera! Типа, но что вы думаете про нашу участницу, про Дину? Beh, io ho ascoltato la canzone, la canzone di Dina Ripova, è davvero molto molto bella, è una canzone internazionale, dal sapore, non così, che può andare bene in tutto il mondo, ma soprattutto mi ha colpito la sua voce straordinaria, ha una voce che viene, che attinge dall'anima, che attinge qualcosa di particolare, quindi le parole di canto, e soprattutto le parole che поет, они особые. Но знаете, как это можно определить? Это характеристика молодежи, молодых талантов. Молодые таланты, они преуспевают, но главное, они могут подпитывать все из своих чувств. Просто дело в том, что Адриано Челентано... Адриано Челентано, его племянница, работает на Марко Менгони и в данный момент находится действительно в Швеции. И он очень... Но она же меня не обманывала, прям говорила с дядей, говорит, да, русское телевидение, он говорит, 12 баллов еду, вот прямо при мне. Тупо, я вижу тоже ваши записи, и вы тоже предсказывали первое место Дании, второе место вы ставили Азербайджану. То есть у вас тоже такой профессиональный взгляд? Да, подтверждаю. Но, sì, io ho ascoltato, seguito tutto il festival. Я прослушал полностью весь фестиваль. E avevo previsto ampiamente la vittoria della Danimarca. И я действительно, как бы, предусмотрел победу Дании. Просто потому, что Еврофестиваль имеет свой музыкальный и ритмичный отпечаток, от которого нельзя отходить. А Дания представляла именно тот самый ритм и ту самую мелодию, поскольку существует определенная манера создания песен для Еврофестиваля. Это была не самая хорошая, самая красивая. Это была наиболее подходящая для Еврофестиваля. Если хочешь, я буду ездить с вашей сборной. Придется удовольствоваться пупо. Делать массаж. Тоже хочешь массаж? Придется удовольствоваться присутствием пупо, а не членка. Мы любим пупо, ты что?